Порядка 50 килограммов наркотиков изъяли полицейские в одном из домов города Серебрянск Восточно-Казахстанской области. Как сообщили в департаменте на транспорте, 45-летний мужчина хранил коноплю и марихуану прямо во дворе. По факту начато досудебное расследование по статье «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». 7 сентября текущего года на станции Ускимин-1 при проведении оперативно-профилактических мероприятий «Транзит» и «Карасура» проведен обыск в одном из частных домов, расположенного вблизи железной дороги города Серебрянск, Восточно-Казахстанской области. В ходе обыска у 45-летнего гражданина во дворе частного дома были обнаружены наркотические средства в особо крупном размере. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, данные вещества являются наркотическими средствами.